В американском телешоу девушка должна достать из ящика с анакондой трофей, но что-то идет не так. Ситуация выходит из-под контроля, ведущий держит девушку за вторую руку, а бравые ребята пытаются всеми силами освободить участницу. На этом видео видно, как военные пытаются упаковать пойманную анаконду, но одно неправильное движение, и рука мужчины уже в пасти змеи. Как ни странно, ребятам удалось разжать пасть змеи и высвободить руку. А эту анаконду сейчас отпускают на волю. Видимо, пока она проходила лечение, ей что-то очень сильно не понравилось. И как только змее освободили рот, она смогла отомстить своему врачу. А эти бодрые ребята решили искупаться со своей судьбой в луже Амазонки. Без комментариев. На данном видео вы наблюдаете исследования, направленные на изучение борьбы с анакондой в воде. Мужчина инсценировал нападение змеи, дабы выяснить, сможет ли он в одиночку справиться с ней. В данном видеоролике ведущий показывает на камеру, как он ловко справляется со змеей на руках. Но стоило ему расслабиться, как он незамедлительно получил по лицу. Ветеринары достают змею из вольера. Вроде бы обычная процедура, происходящая раз в 5 на дню, но всегда нужно оставаться начеку. Ребята поймали змею за хвост и пытаются ее связать. Но опять же, ребята забыли, с кем имеют дело. А с вами был Влад205. Будьте осторожны со змеями, у нас в лесу они тоже имеются. И шутить с ними я не рекомендую. А рекомендую подписаться на мой канал. Всем пока.